В регионе начинается горящий сезон. С 28 апреля Госпожнадзор планирует ввести в Ивановской области особый противопожарный режим. Новые правила предполагают наложение дополнительных ограничений на разведение открытого огня. В частности, запрет на пал травы. Сейчас установилась достаточно жаркая и сухая погода. Сухая растительность распространена вблизи приусадебных участков, на обширных территориях, граничащих с лесными насаждениями. То мы категорически не рекомендуем жителям областного центра производить сжигание, а именно утилизацию сухой растительности и бытового мусора путем непосредственно сжигания. За несанкционированное разведение костра ближе 50 метров от строений сейчас предусмотрен штраф. Для физических лиц сумма от 2000 рублей. Зачастую ивановцы не всегда осознают риски, которые влечет за собой пал травы. Казалось бы, маленькое и вполне контролируемое горение легко может перерасти в серьезный пожар. У нас сейчас порядка 57 выездов уже на траву было совершено. Тушить такие пожары проблематично, потому что идет большое быстрое распространение огня ввиду сильного ветра. Также специалисты советуют привести в порядок свои участки, убрать от строений сухостой и легковоспламенимый мусор. Всем необходимо предусмотреть сейчас опашки окашивания своих деревянных строений, малоценных, это каких-то, будем говорить, сараев, каких-то хозяйственных построек, которые прилегают близко к полям, к травянистой растительности. Необходимо эту растительность сейчас убрать, вот, окосить или снять дерн. Это будет самое хорошее подспорье. Тем не менее, специалистов грядущие субботники беспокоят больше всего. Жителей настоятельно просят не сжигать мусор, а дождаться его вывоза. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.